Сах по уборке города зашел на эту площадку на улице Транспортная в конце января. В целом территория была очищена от огромных мусорных куч, которые накопил бывший арендатор. Мусор с самой площадки был вывезен полностью, однако часть мусорной массы лавиной сошла на соседний участок. В итоге 500 тонн отходов засыпали зеленый склон. Предыдущая компания-эксплуатант, мягко говоря, накопила критичное количество отходов, не осуществляла своевременный вывоз, что привело поломки ограждению. Сейчас эту территорию со сложным рельефом Сах очищает собственными силами. На склоне работать достаточно сложно. Приходится делать это вручную и с использованием малогабаритной техники, что, конечно, значительно замедляет процесс. Но рабочие не останавливаются, трудятся даже под проливным дождем. Сейчас уже удалось ликвидировать около 170 тонн мусора. Остальные планируют вывести в течение ближайших 5 дней.